Каждую четвертую ипотеку жители Белгородской области берут на покупку или строительство собственного дома. За первые три месяца жители региона оформили на эти цели 727 ипотечных жилищных кредитов. Причем предпочтение отдают уже готовому жилью. 65% договоров заключено на приобретение домов и лишь 35% на строительство. Средняя сумма кредита – 2 миллиона 800 тысяч рублей. Срок ипотечных обязательств в основном 24 года под 8% годовых. Прежде чем оформлять кредит, особенно такой долгосрочный, как ипотека, эксперты советуют тщательно рассчитать свои возможности. С этого года кредиторы обязаны предупреждать заемщика о показателе его долговой нагрузки, письменно уведомлять о возможных затруднениях с обслуживанием долга и последующих штрафных санкциях, если на выплаты будет уходить более 50% доходов. Это поможет заемщикам принимать взвешенные решения при получении кредита или займа. Советуем эту информацию воспринимать серьезно. Наиболее комфортными будут платежи, если на оплату всех обязательств заемщик направляет не более 30% собственных доходов. Если платежи больше, человек рискует оказаться в долговой яме.